Ну. Летучая мышь. Ты представляешь, сколько событий за день? 31 марта 2019 год. И стрелки часов перевели на летнее время. И погоду перевели на летнее время. Плюс 20 в Харькове было сегодня. И выборы президента. Еще полчаса, 19:30, сейчас еще полчаса идут в гимназии выборы. О, ты посмотри. Мышки разлетались, не знаю, успевает камера их фиксировать. Красота. 31 марта 2019 год. Харьков, вон уже звездочки какие-то. Не видно, да? Ну ладно. 31 марта 2019 год, Харьков. Ну, где же вы, мышки? Ух ты, вон они. Не видать. Небо уже темное.